Привет, друзья. Слушайте, у меня, как говорится, уже голова болит. Ну, ей-богу. Ну, что все время вот это вот альтернативное мышление? Что лучше, социализм или капитализм? Что за глупость такая? У социализма есть свои недостатки, у капитализма свои недостатки. У социализма, например, какие преимущества? Ну, люди все, так сказать, социально гарантированы. А с другой стороны, вот картина моя «Последний жених», потому что мы скоро будем делать вебинары, и там девочки получат новый контент потрясающий, и мальчики получат, как жениться там и прочее, как определиться, кто надежнее, кто доходнее и так далее, кто семью поддержит, а кто управляет семьей, в принципе. Женщины же всем управляют, но добытчиками, конечно, мужчины, потому что у женщин руки связаны, они должны детей родить там и на ноги их поставить. Но это же и физиология тоже. Ну вот как это может быть? Социализм лучше или капитализм лучше? Ну, надо плюсы их синергировать. Я знаю, как это сделать. Я вам сейчас объясню просто. Мы же сейчас делаем этот материал, и Федя Макаров сейчас редактирует. А Наташа Коротков, знаток в этих вот классиках, там Флоренский, Чаадаев, там, она там в ГИТИСе и прочее преподавала, и все эти вещи понимает, и она мне смотрит на этот мой материал и говорит, обязательно Флоренского, обязательно он такой, говорит, интересный. Конечно, я-то изучаю классиков и Толстого, и Флоренского, и Рерихов, и всех остальных, и... Ну, кто сказал, вот, смотрите, кто сказал такую фразу? Они, говорит, толкаются все время в одну дверь, потому что не найдется, кто скажет, что может толкаться в другую, и начинают все толкаться в другую. Вот это, так сказать, альтернативное мышление. И почему, например, недостатком социализма являлось то, что люди очень защищены, и получается, ну, как женщины любят говорить, маменькин сыночек. Но он настолько привык, что мама о нем беспокоится, что у него нет самостоятельного мышления. Ну да. В капитализме свои пороки. Но надо же плюсы их синергировать. И я знаю как, потому что я знаю, как работают две половины мозга, когда человек находится в состоянии выбора решений. Да, и в ситуации, когда он решение принятое уже реализовывает, да, чтобы получить минимальными усилиями максимальный эффект, ну, чтобы творческий подход. Да что такое творческий подход? Да. Как наиболее простым способом решить сложную задачу, да, с учетом высших человеческих ценностей. Вот это творческий подход. Ну вот послушайте, вот «Последний жених», почему? Я там же, когда делал рекламу о нашем будущем вебинаре, я там рисовал этих женихов. Но это один и тот же жених, но там их уже четыре получилось. По руке посмотрите, одна и та же. Это я все новые и новые версии делаю для конкурса. Выбирайте. А этот может быть такой, как Короткова мне написала. Это, конечно, хороший последний твой жених, но она так и называется, последний жених. Она как останется в истории, так она и будет называться. А только мы с вами знаем, почему так называется. Потому что из этих кандидатов, привлекательных там, это последний. Поэтому я назвал его последний жених. Так он может быть маменькин сыночек, а может быть наоборот, как Короткова мне написала. Прежний мне больше нравится. Тот, говорит, был такой какой-то и сексуальный, а этому непонятно. Этот какой-то мятежный, может, ему и женщина не нужна. Но мне кажется, что он нормальный такой. Ну, цветок и так, и так, и так, и там на всех этих самых видео. Ну, конечно, самый лучший жених это я, но я уже не в том возрасте. Это я шутник, вы знаете. Но слушайте меня внимательно. Конечно, Флоренский там будет. Конечно, там будет Бердяев. Конечно, там будет Чаадаев. Конечно, там будет Гуджиев. Конечно, там будет... О, Господи, там в этом, условно говоря, антиутопия или манифест. Да,
которые люди, когда прочтут, поймут, как организовать международную платформу, чтобы у России появилась, ну, идея, как соединить всех людей на планете, да, через Россию, как соединить, чтобы создать вместе генератор, как мозговой штурм, генератор здорового образа жизни, здорового образа жизни. Объясню, почему я это знаю. Ну, потому что, смотрите, возьмем ситуацию гипноза. Вот если я, допустим, кого-то или кто-то кого-то погружает в гипнотическое состояние, ну или, например, вы сами погружаете в самогипноз. А что такое гипноз? Это когда у вас только одна доминанта, это транс. Это, ну, посмотрите мою модель работы мозга в stress.su. Там есть модель работы мозга, новая модель работы мозга. Одна доминанта когда? Это безальтернативное мышление. Или альтернативное мышление, когда ты уже ею заряжен, ты о другом ни о чем не можешь думать и со всеми только споришь. Ну, либо за капитализм, либо за социализм, либо за то, что цветы эти хорошие или цветы это плохие, жених это хороший или плохой. Ну, короче говоря, ты под влиянием одной доминанты. Так вот, допустим, ты делаешь какое-то упражнение ключа. Вот, например, руки у тебя пошли в разные стороны по твоему образу. Образ вызвал рефлекс в организме. Руки пошли, это доминанта сформировалась. Пошли на автомате, уже реализация пошла на автомате выбранного решения. Пошла на автомате, и ты уже в таком состоянии и в таком шоке. Это разрывает все шаблоны, все стереотипы, все штампы мышления. И вот если ты сам это сделал, ты уже можешь себе диктовать дальше. Ты можешь сказать, завтрашнего дня буду чувствовать себя прекрасно. Оно так и будет. Это ты сам себя, установку себе создал. И она тут же, психологическая установка, трансформировалась в психофизиологическую доминанту, которая согласует психические и физиологические процессы в этом направлении. Ты действительно завтра начнешь выздоравливать. А если это сделал для тебя кто-то, например, он тебе сказал, держи руки вот так, и представь себе, что руки идут, и у тебя пошли, и ты в этот момент впадаешь в этот транс, а ты же не знаешь, что это ты сам можешь делать. Вот же в чем секрет. Ты не знаешь, что ты сам это можешь делать, и ты теперь автоматом его следующее слово воспринимаешь как директиву. Он говорит, а теперь ты не можешь их двигать, ты застыл, оцепенел, да. И он тебе дает приказы, и ты их на автомате выполняешь. Ты обезволен. И поэтому в социализме тоже есть такая слабость. Люди обезволены, потому что государство за них решает все вопросы, они социально защищены. Они маменькины сыночки. И поэтому не удивляйтесь, что сегодня, когда произошли вот эти турбуленции, когда страна вышла в точку неопределенности, в точку перехода, в точку бифуркации, почему мало нормальных, умных людей, которые мыслят своей головой? Потому что привыкли, что за нас все время кто-то думает и беспокоится. Мы все маменькины сыночки, и поэтому не надо удивляться, что столько идиотов голосуют не за то, что надо, а за то, что им скажут. Воспитанники, черт возьми, гиперзаботливые мои мамы, гиперзаботливые. Да. Ну, это же такая история, но вы же этих вещей не знаете. Я психофизиолог, не политик, не социолог, а психофизиолог. И я лучше это понимаю, потому что я в глубине это понимаю. Почему сегодня люди ведомые? Потому что они всегда были не самостоятельного мышления. В капитализме свои недостатки. Ну, вопрос-то в другом. Вопрос в том, что сейчас мы это выдадим, мы этот самый. И на чем он будет построен? На том, что
собственно говоря, создам синергию взаимодействия между представителями Запада и Востока, которые будут обсуждать глобальные проблемы человека и человечества. Я их научу, как это делается по методу ключ, потому что тогда, во-первых, этот диалог будет синергетическим, который решает эти проблемы на новом высоком уровне качества, а не так, как всегда решались. Либо они спорят между собой, либо выбирают то, либо другое. Они создают нового. Я научу создавать новое. Это у нас в школе «Человек будущего» Homo Futurus как раз-таки развитие изобретательского мышления. Да, между прочим. Заходите в школу, там же вот читайте под видео. Ссылки все. Вход бесплатный. Потому что я хочу, чтобы мы сохранили разум на планете. Я хочу, чтобы мамы своих детей и родили, и вырастили здоровыми, а не поддающимися всяким необдуманным решениям. Чтобы человек думал сам, своей головой. Это нужно и на Западе, и на Востоке, потому что на Западе тоже такие же проблемы, только с другой стороны. Теперь слушайте. Что нужно сделать для того, чтобы человек не попадал в гипноз? Манипуляции, провокации, чтобы у него не формировалось толповое мышление, кликушество такое, чтобы не возникало. Да. Надо научиться сосредотачиваться и расслабляться, сосредотачиваться и расслабляться. Потому что если на этом примере, что вы представили, что руки пошли, это ключевой стресс-тест по методу ключ, да? Представили, и они пошли, и вы это делаете сами, то вы сами себе потом представляете, что они пошли в обратную сторону, они пошли в обратную сторону. И когда ваше задуманное действие начинает исполняться, у вас наступает расслабление. А если кто-то это делает с вами, он манипулирует. Он манипулирует и говорит, вот ты теперь не можешь представить ничего, теперь они не вернутся. А ты же не адаптированный к этим вещам. Ты не учился напрягаться и расслабляться. Напрягаться и расслабляться. Что мы делаем в определенной схемотехнике, ноу-хау, в алгоритме подбора индивидуальных приемов путем их перебора, ты как раз-таки занят тем, что подбирая эти приемы, которые снимают напряжение, развиваешь поисковую и творческую активность мозга и этим самым научаешься адаптироваться к напряжениям и к расслаблениям. И там тебе нету разрыва шаблонов. И там ты сохраняешь разум и думаешь самостоятельно. Потому что, когда тебе скажут, руки пошли, они пошли, и хотят диктовать следующее, что ты на автомате начнешь выполнять, а ты уже к этим вещам адаптирован. Не обязательно к этому приему, а с помощью этих приемов. С помощью подбора этих приемов у тебя развивается поисковая творческая активность мозга. Ты уже адаптированный, поэтому тебе плевать, что тебе говорят. Боже, что интересно. А то мне брат мой Шами вчера звонит и говорит, слушай, я Кашпировского один раз смотрел, и у меня голова пошла. А я говорю, а что Кашпировский там говорил, что головы мотать? Он говорит, нет, она сама у меня пошла, я не мог остановиться. Потом, говорит, раз, до тошноты чуть не дошло, я больше его смотреть не хочу. Я говорю, слушай, ты это мог делать сам. Это, говорю, это упражнение ключа. Просто когда Кашпировский сосредотачивал ваше внимание на себе и говорил какие-то слова, которые для вас эмоционально значимы, вы впадали в транс, и у кого что там получалось, кто там начинал вот это делать автоматически, кто-то головой крутить. Это есть в вашем организме у всех, и в моем организме тоже. Только я научился с помощью осознанного подбора приемов, у кого легче получается войти в состояние снятия стресса через вот это вращательное действие головой, у кого через повторяемое движение, у кого через лук косить, как я раньше рассказывал, у кого там на коне скакать, у кого-то на лодке плыть. Перебирая эти упражнения, без всяких Кашпировских, ты выходишь на свое, и у тебя это получается, но потом ты сам можешь крутить головой и сказать себе «стоп», и она остановится сама, потому что она подчиняется твоей воле.
А Кашпировские, Чумаки и прочие, Райков и прочие, они занимались обезболиванием и сами создавали вам установку, которая в трансе трансформируется в доминанту и согласует психические и физиологические процессы в векторном направлении. Поэтому, как вы хотите, либо вы хотите сохранять разум у себя в условиях всяких неопределенностей, в точках бифуркации, и на этой же основе сделать, чтобы весь мир стал лучше, потому что весь мир не знает этих вещей, и пора, наконец, понять, как сохранить разум человека и разум на планете. Сегодня я знаю это, и, к сожалению, только я, потому что я психофизиолог, а не политик, и не писатель. Хотя они очень много написали хорошего, но они не знали технику ключа. До встречи, друзья. До свидания.